Первый областный конкурс вокального майстерства «Днепровская хваля» прошел в Могилеве. 60 удельников из всей области споборничают у номинациях народного и эстрадного вокалу. За кулисы до юных артистов наведалась Татьяна Дмитриева. Пытание «Ким марыш стать» у тупик конкурсанток не ставить. Может, певица? Подумаю. Настроение хорошее, подбадривают меня. Девчаты веселые, с запалом. Сцена крыху пужая, але и тут у юных спевашек свои рецепты. Главное не смотреть на зал. Смотреть куда-нибудь вдаль, это самое главное. И улыбаться. У двух категориях – народного и эстрадного вокалу – выступают 60 удельников. Узрост спеваков от 12 до 16 год. Для Могилевского колледжа мастацтва, где проходит конкурс, это еще и махчимость выявить и затекавить талиновитую молодь. Мы выпускаем специалистов, руководителей народных коллективов, то есть народное пение, и руководителей эстрадных коллективов. У нас открыта новая специальность – эстрадное пение. Поэтому, конечно, эти самых талантливых и одаренных, а я так думаю, что в нашей Могилевской области достаточно много таких людей. Строгое журы на узрост и хвалевание знижек не робить. Заробить десятку зусим непросто. Не все отрымливается так, как задумывалось, але для артисток и их наставников дорогого каштуя в опыт и профессийная оценка. Я считаю, что я спела красиво, но я очень старалась. Главное не победа, главное участие. Татьяна Дмитриева, Василий Лосянков, «Новини регион».